3 экскурсии. И это за 8 месяцев. На ArcelorMittal Кривой Рог подводят итоги экскурсионного сезона. Начался он в апреле и закончился в ноябре. Перед каждой экскурсией посетители обязательно проходят инструктаж по технике безопасности. Ведь это предприятие с горячими цехами и габаритной техникой. Далее музей предприятия ArcelorMittal Кривой Рог. И после него промышленные объекты в натуральную величину. Вообще неимоверный. Слышал, просто по картинкам видел, это вообще ничего. Сейчас вижу это на реале и такой думаю, ух ты. Смотровая площадка «Карьера» – одна из локаций экскурсионного тура. Одно из тех мест, которые впечатляют своим масштабом. Именно сюда чаще всего приезжают студенты горных специальностей, чтобы ощутить, какая работа им предстоит в будущем. Карьер достаточно большой и впечатление на него очень нравится. Ни разу не был на экскурсии, очень удовлетворен этим и хочу еще раз, если будут такие возможности, побывать. Какая экскурсия без гида? Во время поездки группу сопровождают сотрудники предприятия, которые рассказывают интересные факты о производстве. Они и следят, чтобы посетители не сбивались и не терялись на маршруте. В рамках меморандума, подписанного с городом 8 сентября 2017 года, мы проводим экскурсии для гостей и жителей города Кривой Рог. Также мы открыты для учебных заведений Кривого Рога. Так ребята могут посетить производственные объекты предприятия и, возможно, в дальнейшем определиться с будущей профессией. Проект «Мои родители работают на ArcelorMittal Кривой Рог» – это уникальная возможность побывать там, где родители проводят большую часть времени. За экскурсионный сезон в 2018 году состоялось 50 таких экскурсий. Ребенок очень часто спрашивает, где вы ходите, мы объясняем, находим на работу, а где это, как это. Вот как один из примеров решили показать ребенку, где работает мама, где работаю я, в каких условиях. Ну, опять же таки, показать ребенку, какой, где тяжелее труд, где легче труд, чтобы он понимал, что ему надо учиться. Минимальный возраст детей – 6 лет. Для них экскурсии проводятся только в теплое время года. Благодаря проекту «Мои родители работают» на ArcelorMittal Кривой Рог, ребята смогли посетить проволочный стан, вальцетокарный цех, карьер, объекты шахтоуправления и коксохимического производства. Мы долго собирались, а первый раз на экскурсии, то очень-очень, ну, мне понравилось. А вам как, понравилось? Да. Понравилось. Все экскурсионные маршруты безопасны и согласованы со службой охраны труда. Поэтому, отправляя ребенка в производственное приключение, можно не беспокоиться. Все вернутся целыми и невредимыми. Еще и с массой полезной информации. Ведь на объектах все более подробно рассказывают настоящие профессионалы своего дела. Самые впечатляющие объекты на нашем предприятии, куда входит наш первый проволочный стан. Впечатляет ветроукладчик, где экскурсанты в основном задерживаются и делают фото. Также мы стараемся, чтобы экскурсия для наших экскурсантов была более безопасной. Наша цель – заинтересовать молодежь и детвору, чтобы в будущем они приходили к нам на работу. Удовлетворить свое любопытство могут не только дети, но и взрослые. Для них на предприятии также проходят экскурсионные туры. Я пишаюсь нашим местом, и особенно сегодняшнее бачення нашого гіганта, велетня металургійної промисловості України із середини, звісно, мене здивував, мене вразив. І я хочу сказати, і певною мірою, ну, якби, дає можливість сказати, що все це зроблено руками людей, які дійсно намагаються підтримувати економіку нашої країни і підтримувати велич металургійної економіки країни. Одной из локаций для таких экскурсий является коксохимическое производство. От такого масштаба сооружений и автоматизации производственного процесса в восторге остаются все. Ведь не каждый день бываешь на самом большом предприятии горно-металлургического комплекса страны. Сам город интересный. Ну а предприятие, я был на некоторых предприятиях, ну таких масштабов, конечно. Ну это понятно. И потом, ну более всего впечатляет все-таки, что автоматизация, что все-таки большинство процессов технологических не требует человеческого участия. Это, особенно в таких мощных предприятиях это грандиозно. В 2018 году увидеть изнутри производственные процессы ArcelorMittal Кривой Рог смогли более 1500 человек. Из них почти 500 – дети работников предприятия. Не упустите и вы такой возможности. До встречи в следующем сезоне.